Добрый день, уважаемые друзья, уважаемые любители шахмат. С вами Владимир Добров. Мы говорим о втором дне соревнований супертурнира Вейканзея. И сегодня вашему вниманию партия Александра Донченко, Фабиана Каруана. Партия дня, партия тура. Но прежде чем поговорим о ней, поговорим о результатах второго тура. И мы видим сейчас следующую картину. Две партии вчера закончились результативно. Мини-сенсацию одержал Нильс Гранделиус, сотворил, точнее, обыграв черными Яна Кшиштофа Дуду. Ну а Фабиано Каруана обыграл Донченко. Мы посмотрим, как это было. Остальные же партии закончились в ничью. Очень боевые партии, и, безусловно, заслуживают они отдельного внимания. Ну что же, приступим к партии. Играл Александр Донченко белыми, и, безусловно, главное оружие Фабиано Каруана в последнее время стала славянская защита. Но очень популярный вариант на топ-уровне игрался, играется и будет еще играться много-много лет. Белые идут за слоном, черные осуществляют следующий маневр. Слон e4, f3, слон g6. Тонкости я сейчас не буду рассказывать. Периодически черный играет слон g6 сразу. Но, тем не менее, позиция достаточно вязкая и требует действительно высокого понимания позиционной игры с обеих сторон. Играть ее можно как белыми, так и черными. Достаточно сложные структуры, которые могут видоизменяться. Ну и, в общем-то, у черных может быть чуть структура постабильнее. Белые делают основную ставку на двух слонов. И в некоторых позициях они пытаются вскрыть игру ходом e4. Король чаще всего отправляется в длинную сторону, ну а контр-игра черных заключается в том, что либо они раскрывают ферзевый фланг, то есть как посредством dc, b5 и проведением c5, а либо в ожидании определенных действий белых реагируют по-другому. Бывает, что и пешка g запускается, но опять-таки мы сейчас все посмотрим. Итак, закончилось развитие практически обеих сторон. И вот в этой позиции Каруана применяет ход А6. Чаще играли ферзь С7. И могу еще также сказать, что ход конь БД7 часто бывает. Часто черный с ним не торопится, играет предварительно А6. Но вот такая позиция достаточно популярна. Отмечу, правда, что ферзь c2, как и ход слон d2, не является главным направлением линии, но, тем не менее, они все так или иначе пересекаются. Итак, после хода конь bd7 длинной рокировки, ход a6. a6 помогает черным подготовить ход b5, в некоторых случаях и c5, за c5 надо следить. Ну и вот в этой позиции Донченко сыграл g4. В этой позиции была еще одна партия, которая, можно сказать, партия предшественника, играл белыми Ахмед Адлы, египетский шахматист. Он применял ход слон Е1. Слон Е1 также возможен ход. Слон в некоторых вариантах перебрасывается на королевский фланг. Но так или иначе, ход G4 смотрится достаточно бодро. Ну и вот молодой талант Александр Донченко, значит, сын известного московского мастера Александра, тоже Донченко, живет в Германии, и рейтинг его постепенно растет год за годом. И, в общем-то, такой серьезный опыт получает сразу в таком супертурнире. Это, конечно, не просто выдержать. И вот играл он очень амбициозно эту партию, сыграть с топ-3 шахматистам мира, безусловно, каждому весьма приятно, но не каждый день ты с ними исполняешь. Итак, g4. Белый захватывает пространство на королевском фланге, также подготавливает дальнейшие движения. Опять-таки идет определенный прессинг. И Каруана, недолго думая, логичным образом забирает на c4 и осуществляет стандартное типовое раскрытие фланга. Вот в этой позиции первая критическая позиция в партии, которой Донченко сыграл неудачно. Донченко сыграл d5 очень амбициозно, но однако просто-напросто неудачно. Следовало предпочесть dc, и после хода конь бьет c5, скажем,
Белые могут позволить себе сыграть как король b1, так и сделать пока классический ход a3. Ну и, в общем-то, позиция достаточно сложная. То есть a3, ладья c8, король b1. Ну и черный, допустим, уходит в 2-0. Белые начинают атаку ходом h4. Ну и такая, в общем-то, вязкая борьба. Белые готовы продолжить h5. Черные могут конь d5, могут ферзь b6 играть. Или ферзь c7. Ну, в общем, позиция весьма сложная. Разносторонние рокировки всегда привносят свои тонкости. Но вот это было правильным решением, то есть ход dc, либо, может быть, еще и g5 можно было рассматривать, но не хотелось торопиться с фиксацией пешек на королевском фланге. И вот d5 ход крайне амбициозный. Говорил наверняка о том, что Донченко играл исключительно на победу. Итак, Корона просто съел конь d5 ед, но возможно, что Донченко рассматривал ход слон c3 как основную идею, и вероятнее всего на это был расчет, так как в случае d4, то есть 52 пешки мы видим, так как в случае d4 белые, скажем, бьют и после хода c4 играют d5, позиция достаточно сложная, то есть пешка готова попасть на d6, опять-таки на короткую рокировку пешка h4 начинает двигаться. Ну и, в общем-то, сложная борьба, то есть здесь предпочтение отдать какой-либо из сторон, наверное, непросто. Однако надо учесть, что черные все-таки уже немножко преуспевают на ферзевом фланге, и белый король может себя почувствовать не очень уютно. Первый вариант, который, возможно, он посчитал, а второй вариант, что после хода коня f6 он, наверное, пойдет g5, и вот будет у него такая вот визуально сильная инициатива, потому что пешка d5, скорее всего, не выживет, белый при случае готовый слон f3 сыграть, и вполне возможно, расчет был именно на это, но после слона c3 черные могли просто сыграть b4, и вполне возможно, именно этот ход как-то выпал из поля зрения Донченко. После слона g7 черный играет ладья h7. И слон на g7 зависает. Однако, если продолжить эту ветку, то у белых появляется достаточно конкретная игра. Ладья бьет d5, ладья g7, ну и, скажем, ладья d1. Провисает конь, играть надо ладья a7. И белые, скажем, вяжут еще раз этого коня ходом ферзь a4. Оцените происходящее пока весьма непросто, потому как у черных номинальная лишняя фигура. Но с другой стороны, что грозит, непонятно что. Черные могут позволить себе играть как c4, так и ладья h7. Но так или иначе, позиция весьма сложная. То есть здесь можно играть за обе стороны. И, наверное, большинство из любителей шахмат, ну и, наверное, и профессионалов в том числе, предпочтут играть с материалом. Поэтому вот это был, возможно, мини-просчет, который являлся, вот, как сказать, природой хода d5. И после взятия на d5, по сути дела, белым пришлось смириться с тем, что они остались без пешки, плюс целая фаланга у черных, которая готова уже в движение отправиться. Ну и вот ход f4, такой, в общем, можно сказать, слишком мягкий, да, после хода d5, то есть очевидно, что черные преуспевают во многом. b4, e4, вот такая вот острая борьба пошла, и d4. Но мы видим, что, конечно, есть определенные слабости, то есть поле c4 у белых появляется, однако все-таки вот это вот трио мощное пешечное, оно ограничивает здорово чернопольника, и в дальнейшем еще и пешка может начать свое движение, окончательно таким образом расставив все вопросы, закрыв, точнее, все вопросы на королевском фланге. То есть белые явно здесь не успевают. Но тем не менее, Донченко пошел вперед. Надо отдать должное, что не испугался. Парень амбициозный. Пошел вперед Е5. Ну а Каруана действовал по заправски, как говорится, опытного маэстро итальянского разлива. Итак, ферзь d5, Е в король f8. Даже не стал он брать на f7, хотя можно было, решил за пешкой скрываться как за щитом, как говорят в таких случаях. Ну и мы видим, что ферзь на d5 занимает великолепную позицию, держит все центральные поля и присматривается к пешке a2. Пожалуй, здесь последний момент был у белых, когда они могли хоть немножко застопорить движение на ферзевом фланге. Ну, однако здесь черные могут пойти как ладья h3,
так и опять включить пешку А в движение. Ну, b3 ход сделан не был. Донченко продолжил движение. Пошел h4. Ну и хладнокровный ферзь а2, ферзь g6 и b3. По сути дела, предопределило результат партии. Конь на b6 неприкосновенен ввиду мата на a1. Ну и белые продолжили. Оставили небольшую лазейку для короля. Но последовал опять-таки хладнокровный ход c4. Опять-таки брать нельзя из-за матов два хода. Очень красивая позиция. Донченко съел на d4 и последовал еще один. Навал, настоящий навал на пешку b2. Пришлось защищаться ферзем. И еще один очень классный, коварный и сильный удар — слон a3. Посмотрите, сколько фигур набросилось на эту пешку b2. Защитить ее крайне непросто, наверное, просто-напросто невозможно. На ладья d2 колоссально можно сыграть и c3. Посмотрите, как бы черные просто-напросто раздавили белых как банку жестяную, как консервную банку, по сути дела. Ну, а любые другие движения, конечно, тоже плохи. То есть в случае b черные выигрывают ходом b2. И после хода король c2 ставят несложный такой вот мат ферзю, осуществляют. Посмотрите, какой красивая тоже позиция, красочная. Но так не случилось, и Донченко здесь попытался откупиться фигурой. Однако после король c2 черные продолжили фигерить тонкими ходами. Еще один мощный ход — ладья b8. Но основная идея в том, что после ба будет промежуточный шаг, и потом следующим ходом будет мат. После чего, прошу прощения, Донченко пришлось играть ладья d8, и после взятия ба еще один ход, который отцепляет слона. c3, брать на c3 нельзя из-за связки. Ну а после слон g3 партия завершилась следующим образом. Ну вот такая вот зарисовка весьма симпатичная. Где ошибся Донченко, сказать сложно. Пожалуй, такой напор юношеский, связанный с ходом d5, мини-просчет оказался неудачным. Ну а подготовка Каруаны была более глубокой. Очевидно, что Каруана эти позиции изучил гораздо лучше. Но, тем не менее, пожелаем успеха Александру Донченко найти свою игру. И я покажу вам результаты после второго тура. Расклад, прошу прощения, расклад следующий. Мы видим, что лидирует пока Нильс Гранделиус. За ним Магнус Карлсон, Гири, Фабиано Каруана имеет по плюс один. Но и замыкает пока таблицу как раз-таки новичок, можно сказать, нашего турнира — Александр Донченко. Ну, а я с вами прощаюсь, желаю хорошего дня, следите за chess.ru.